Фильм, который вы сейчас увидите, не для слабонервных. Он основан на реальных событиях. Объяснить эти события случайными совпадениями или массовым психозом невозможно. Полнолуние, луна такая ярко-ярко такая светит. Вспоминает Алексей Панфилов ту роковую ночь. По словам мужчины, на раскопках древнего селения ему пришлось встретиться не с кем-нибудь, а с самым настоящим оборотнем. Или, как сам же его назвал, кровососом. Он такой раз, такой тринулся от меня. Ты же знаешь, что мне достаточно лошадь или собаку кровь принять. Даже ты со мной ничего не сможешь сделать. Но отбиться мужчине все-таки удалось. Как говорит, выбил ему зуб. После уже на следующий день это самый... По словам не только Алексея Борисовича, но и ведущих уфологов края и даже некоторых эзотериков, этот зуб представляет опасность для обычного человека. Прикасаться к нему не советуют. Так мы и поступили. А вот у жителя Кудымкара Алексея любопытство взяло верх. Подержал в руках зуб вампира. Как говорится, всегда был скептиком, но после того, что с ним произошло впоследствии, пересмотрел свой материалистичный взгляд на мир. Ну не поверил, конечно, что там. Ну, зуб как зуб. Ну на второй день не вышел на работу. Страшная ангина и... 2 недели пролежал в больнице под капельницей. На Алексея Панфилова же этот зуб никак не влияет. Они так давно показывали его стоматологам. Те признали его человеческим, только с аномалией. Уж больно острый, что характерно только для плотоядных животных. Thank you.
результатам Алексей Панфилов обошел уже несколько стоматологических кабинетов. Никто из врачей не дает точного ответа на вопрос, кому же, зверю или человеку, принадлежит этот зуб. Людей в белых халатах удивляет и форма его, и величина. Это здоровый зуб. Там нет ни кариозных пятен, ничего. А то, что вот это коричневое, это может быть со временем что-то. Просто. Если могильнику 1000 лет там. Так вот, он похож больше на резец, на клык, может быть, даже. Ну, то, что и два корня у него, и по форме они, и по величине. И самое-то интересное, вот именно вот сходящийся острый край вот этот. Ну, ходи! В своем музейном кабинете Алексей Панфилов часто разглядывает необычную находку. Хранит зуб в бумаге с молитвой «Отче наш», чтобы святые слова гасили сильную и отрицательную энергетику зуба. Алексей в руки его никому не дает. Замечено, люди начинают болеть. Самому Алексею зуб вреда не причиняет. Если энергетика у людей не очень хорошая, они сразу в больницу попадают. А если более-менее нормально, они просто себя начинают не очень уютно чувствовать и, как говорится, тоже теряются. Бывает, действуют и даже на электронике.